Привет, друзья и гости моего канала! Приветствую вас! Меня зовут Наталья. В сегодняшнем обзоре у меня великолепный набор банных полотенец, который представлен в каталоге номер один компании Oriflame. Посмотрите, как красиво упаковано, красивый цвет. Упаковочка идет аккуратная, аккуратная. Два полотенчика здесь, одно маленькое, как вы видите, а другое большое банное. Мы сейчас с вами его подробно посмотрим, их, какие же они на ощупь, как, каких размеров, и вообще все пощупаем, потрогаем, посмотрим детально, как выглядит этот набор не в каталоге на картинке, а в реальности вживую. Возможно, кто-то сейчас думает приобретать, не приобретать, посмотрев мое видео, я надеюсь, вам будет полезно, оно полезно и поможет сделать окончательный выбор в пользу этих банных полотенец. Итак, маленькая упаковочка, аккуратненькая, полиэтиленовый мешочек, код набора, если кто не хочет листать и сейчас прям хочет добавить в свою корзину, я называю код набора, а сейчас посмотрю, 45591. Вот он, код набора 45591. Бежевый цвет, ну такой телесный, бежевый, нейтральный, скажем, подходит абсолютно под любую цветовую гамму, какая бы у вас ни была в ванной и в повседневной. То есть он не будет выделяться среди других цветов, там как-то яркостью своей нарушать там какую-то гармонию, стилистику в вашей ванной. То есть этот универсальный цвет подходит абсолютно под любой дизайн. Итак, смотрим, откроем наше полотенчико и посмотрим, как же оно выглядит. Так, где-то я начала открывать, рвать его. Ну да, плотно заделан, что вот эта вот кнопочка, которая на клею идет, ее очень трудно разорвать. Видите, то есть я вообще по такой поверхности просто разрываю мешочек. И все. То есть она вот так не отскакивает. Достаем из полиэтилена наш набор. Мягкие, такие приятные. Прелесть. Ой, чего тут? Лосинка. Атласная ленточка. Красиво перевязана. Красиво перевязан этот набор атласной ленточкой в тон полотенец. И то есть, что хочу сказать, впереди у нас сейчас праздники. Если вы думаете, брать, не брать, то вот это вот набор полотенец великолепно идет в подарок. Он никогда не будет ни у одной хозяйки лишним в ее доме. Создает уют, будут вас постоянно вспоминать добрым словом, что вы подарили такой прекрасный набор. Поверьте, он очень мягкий, мягкий, тактильно мягкий полотенчик. Вообще в Oriflame, сколько я покупаю полотенец, когда они бывают у них по акции, я всегда беру полотенце. Даже сейчас у меня, когда есть, я думала, брать, не брать, конечно же, я взяла. Потому что я знаю, качество у них великолепное. Это не сравнить, которое в магазинах продаются по более дешевой цене полотенца, и которые потом такие, ну, не очень приятные. То цвет исходит у них, то сами грубые становятся. А все полотенца, которые банные, там, наборами были, я с удовольствием пользуюсь, и пользуется моя семья, потому что они очень хорошего качества. Поверьте на слово, у меня не один набор уже. Поэтому очередной, конечно же, я взяла. Итак, атласная ленточка прекрасно идет в подарок. Посмотрите, как здорово, аккуратненько все сложено. И сейчас мы с вами посмотрим, что у нас из себя представляют. Маленькое полотенчико. Размер его 30×50. 30 ширина, 50 длина. Лицевое полотенчико для лица. Вот так вот я отодвинусь, чтобы вам было видно. Бордюрчик у нас есть, такая кайма, да, очень интересная такая рифленая кайма. Ворс, маленький ворс, такой небольшой, невысокий, но мягкий и тактильный. Вот я говорю, у меня сколько есть полотенец от Oriflame, они все такие чудесные, все прекрасно впитывают, просто шикарно мягкое.
Большое банное полотенце, как буду показывать. Но как-нибудь придется умудряться в два. Вот у меня здесь в два раза оно сложено. А размер у него идет. Сейчас я подгляну, чтобы не соврать. 125 на 65. 65 ширина и 125 это пойдет у нас длина. Вот такое вот чудесное полотенце. Смотрите. Вот оно. То есть можно им полностью обернуться. Обернуться, как и показано там, собственно говоря, в каталоге. И у вас будет как раз такой мини такой сарафан. Ну, обычное банное полотенце. Чего тут мудрить и чего рассказывать, как обернуться и что с ним сделать, знает каждая из нас с вами, девушки. Точно так же идет кайма рифленая. Рифленая вот такая вот кайма идет. И затем опять махрушечка идет, то есть выделяется. Это идет с одной стороны. А с другой стороны такой каймы нет. Этикетка, которую можно применить как... А нет, слушайте, а здесь не применится. Они отдельные. Обычно они так вот сделаны, ее можно как петелечку использовать. Петелечки нет, но вот такая вот... Такая вот штучка. Хороший банный набор банных полотенец. Все, коротенький обзор. Надеюсь, я вам помогла с выбором. Надеюсь, я вас убедила, что брать этот набор обязательно нужно, потому что лишним он у нас в быту никогда не будет. То есть, пожалуйста, можете как лицевое использовать вот это полотенчико маленькое. Можете использовать его на кухне, для рук, там, для посуды. Ну, такое вот небольшое. Как раз на кухне можно его применять. А в дорогу можно брать его с собой. Оно, видите, опять же говорю, из-за размера небольшое, много места в багаже не займет, в ручной кладе, в сумке. А на лицо, чтобы умыться, ребенку можно дать. Вот. То есть много-много способов использования данных полотенец в быту можно применять. Итак, мой обзор закончен. Махрушечки, мягкие, прелесть. Просто супер полотенце. Приятных вам покупок. Делитесь моим видео, чтобы и другие могли увидеть обзор. Потому что я знаю, в чатах спрашивали, есть ли обзор, видеообзор. Потому что одно дело, когда картинка в каталоге, другое дело, когда ты видишь, как он на видео. Конечно, потрогать не можешь, но, по крайней мере, увидеть качество товара – это всегда огромный плюс, чем на картинке. Все, у меня на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.